сотрудниками Главного управления МВД России по Воронежской области при участии Росгвардии. Пресечена деятельность 39-летнего местного жителя, которого подозревают в организации незаконной миграции. Было установлено, что злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов, дающих право на проживание и работу в Российской Федерации. Часть документов являлись поддельными, либо содержали в себе недостоверные сведения. Таким образом, он организовал незаконное пребывание на территории России более 50 иностранцев. В отношении задержанного следственным управлением ОМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При обысках в офисе, который арендовал подозреваемый, и по месту его жительства, наши сотрудники обнаружили системные блоки, ноутбуки и мобильные телефоны, изъяты паспорта иностранных граждан, а также копии и оригиналы различных документов. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.